Всем хай, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус и Анабиоз Сон Разума. Продолжаем проходить эту неимоверно сложную и атмосферную игрушку. Поехали. Какие-то домики нарисованы. Можно погреться. В смысле? Я погрелся, а почему у меня жизни не прибавляются? Что за бред? А. Я эту кнопку нажал, блин. О, нифига. Почти целиком набрали жизни. Сейчас что-то будет, 100%. Сейчас будет какой-то кромешный ад. О, нет. Мы снова... Выходим на улицу, нет. Только не это. Бежать, бежать. Куда-то бежать надо, я не знаю куда. Бежим прямо. Прямо, прямо. Залазим. Дверь. Дверь. Мне нужно помещение. Фу. Отлично. Такими маленькими перебежками. Погреться. Давай, 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 полностью восстанавливай здоровье. Ну, почти. О! Вы это видели? Не, ну это вы видели? Фу. Ну, побежали. Бежим, 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 бежим. Лестница наверх. Там можно было пройти еще куда-то. Фу. Я люблю помещение. Так. Я что-то закрыл, что ли, или что? Что я сделал? Пока я не понял. Так. Воу-воу-воу! Буратино. Ну, сколько в тебе нужно стрелять? Так, жмур лежит. Так, это всего лишь сосульки. Нечего бояться. Куда побежал? Мастер по правому борту! Убрать стрелу кормового крана! В будку надо? Убрать стрелу кормового крана! Да не ори ты! Я все прекрасно слышу. Так, 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 так. Правильно сделал? Отлично. Раз жмур пропал, значит, мы все правильно сделали. Так, у нас есть лестница наверх и лестница вниз. Еще тут куча патронов. Давайте посмотрим, что наверху. А! Наверху, говорю, посмотрим что-нибудь. Я оттуда пришел.
было разрушено все. А сейчас все целое. Ох ты, как здесь темно-то. Так, там что-то есть. Свет. Весный мой свет. Ты напиши мне. О-о-о-о-о-о-о. Ай-яй-яй, умирай, умирай. О. Автомат мы пока не тратим. Еще неизвестно, вдруг опять эти люди Рэмбо выйдут. Так. Взяли патроны. Я взял его или он куда-то исчез? А. Или не? Все правильно. Лампочка загорелась. Давайте немножечко руки погреем. Сколько вас? А это не ра... Да слышь ты, зачем ты вдохнул холодный воздух? Придурок. Не, я понимаю, надо... Что-то я не въезжаю. Почему нельзя включить печку? Так. Эти сосули можно сбить, наверное. Чтобы они не мешались. Вдруг мне придется сейчас убегать. Ладно. Я думаю, пройду. Куда он убежал? Ну, этот какой-то лайтовый чел. Так, лампочка сгорелась. Может, там печка заработала? Фигушки. Обойдемся лампочкой. Ну, почти целые. Целая хилка. Что за коровы? Мы же не на ферме, что за коровы мычат? Так. Да, мы в морозильнике, походу. Ой. Я вселился в корову. Оу, е! И башку отрубили.
Блин, а зачем это показывать, блин? Жесть. Угу. Там тушей придавило кого-то. Сейчас он встанет. А, нет. У него сердце бьется. Надо ему помочь. Это скотобойня какая-то. А, я не туда пошел, что ли? Короче, понятно, надо. Так, следующий. В смысле? Мне нельзя убивать коров? Бегите, бегите, я вас освобождаю. Сделали благое дело, спасли коров. О, сгущенка, Рогачевская, килька. Автомате. Так, без ручки. Вау, 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 повешенные люди. Да блин, стой на месте. Да чтоб тебя, сдохни ты уже, наконец-то. Фу. Погреться-то можно об чё-нибудь? Об чё-то погреться мне надо. Так, 3 патрона, все. Вот этого ружья у нас полно патронов. Гранатку бы туда сейчас. Чё он там уперся? Ничего себе у него вместо ног. Какие штуковины. Да блин! Знаете, в лицо прям. Отлично. Так. Я не понимаю, почему нам назад надо? Что здесь изменилось?
Вот теперь понимаю. Так и что нам это дало? Печку включили. Или нет? В смысле? Дверь закрыта? Ой, черт! Что там за куски мяса-то лежат? А куда это все исчезло? Здесь только что лежали какие-то куски. Что вообще происходит? Что за психоделика? Куда мне идти? Мне обратно идти? Сюда? Заперто. Откуда вы беретесь-то? О, не! Мистер Рембо. Вот так вот и стой там. Давай, 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 перезаряжай. Отлично. Мне повезло. Мне просто повезло. Так. Что мне нужно сделать-то? Печка не работает. Сюда? Обратно, да, надо? Я надеюсь, я правильно иду или нет. О! Чувачок. Опа-на. Собаки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, 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 тихо. Я не знаю, я боюсь двигаться, блин. Тихо, 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 я не трогаю твой кусок мяса. Кушай спокойно. А, мать твою. Какие они злые, блин. Так, я здесь мне не пройти. Тихо, тихо, тихо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кушай, кушай, кушай. Хорошая моя, кушай. Так. Гад. Кушайте, кушайте. Я вас не трогаю. Я просто пройду мимо. Я просто пройду мимо. И я не буду вас трогать. И вы меня не трогайте. Фу. Вашу. Как-то я не знаю. Наискосок надо пройти. Боже, 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 боже.
Блин. Позабралась там на стол. И очень близко. Кушайте, кушайте, мои сладкие, кушайте. Не, вот это реально напряженный момент просто. Жесть. Так, 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 так. Так. Идем в ту дверь, вот в эту дверь, но здесь стоит собака. Тихо, 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 тихо. Что-то хлеб? Или мне вот в эту дверь? Если я встану? Чик-чик-чик. Так, а что делать-то? Блин, а как я тяжело иду мимо нее. Так. Что теперь делать? Так. Кушай, кушай. Фу. Вот это была напряженка просто. Долбаные собаки. Там мы теперь в обратную сторону должны пройти. Так, я так понимаю, сейчас будут собаки. Так что... Если когда они были в клетках, мы их с одного выстрела выносили. Я думаю, вот эта винтовочка нам сейчас нужна будет пригодиться. Или собак не будет? Ну, если не будет собак, то это хорошо. Это просто радует. Да читай ты. Ты умрешь. Ты умрешь, ревели они. А лес все гудел и гудел, вторя их криком, и молнии разрывали тьму в клочья. Данка смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что они как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. Добрый был человек этот Данк. Добрый. Так. Тут мы включили. О! Опа-на! Тихо-тихо-тихо, где ты? Где ты? Блин! Долбаная... Псина! Срань. Срань собачья.
О! Полностью восстанавливаем здоровье. Такого у нас еще не было никогда. Ой! Откуда они появились вообще? Ни одной собаки здесь не было. В шкафчиках прятались, что ли? Что ты бросаешься? Да где ты, блин? Блин, вот поэтому я не люблю собак всяких. Потому что хрен попадешь по ним. А-а-а! Зашел, блин. Да стой на месте. Вот такую плиточку бы с собой потаскать. Хотя бы тен такой, наверное, чтобы он всегда был раскаленный. Еще? Да сдохни! Блин, какие они живучие-то стали, просто. Просто невыносимо. У меня последняя обойма. Так, давайте-ка помучаемся с этим ружьем, потому что там всего одна обойма, а вдруг что, вдруг да как. Чтобы как запасной хотя бы вариант был. Так. Это что, столовая? Там была кухня, а это у нас столовая, да? Я надеюсь, нам дадут немного передохнуть и поблуждать. Там... Оу! Валили проход. Блин, вот это вот больше похоже на арену. Такое ощущение, сейчас как будто кто-то вылезет. И будет... Ай, наны-наны. О! Кастрюля закипела. Суп готов. Так, 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 мне надо спрятаться. Блин. О-о-о, обойма, обойма. Отлично. Греемся. Кто-то идет. Где? О-о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 -
Люди-мотыльки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Один готов. Умри. Умри, скотина. Ай-яй-яй. Блин. Что я такой косой-то? Отлично. Стоило суп подогреть. Набежали сразу, нахлебники.
О. Ай-яй-яй! О, нет! Да что ты, где автомат? Я думаю, на тебя патронов не хватит. Что, еще кто-то? Все. Отстрелялись. Знаешь, не такой ты и страшный. Ого, сколько тут. Последняя обойма. О, плитка. От нее жар, это поболее будет. Не нафиг. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, группу ВКонтакте. А также комментировать. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, всем пока!